А вот установится ли в ноябрьске летняя погода? Мы сегодня поинтересовались у местных синоптиков. Они рассказали, подниматься столбик термометра начнет уже завтра. А в среду, четверг и вовсе ожидается температура до 25 градусов. И летняя погода сохранится до конца недели. А уже в воскресенье снова ожидается похолодание и дождь. Такая нестабильность продлится до конца месяца. А самым теплым, по крайней мере по статистике, в ноябрьске должен быть июль. Кстати, если кого-то эта информация не сильно обрадовала, не стоит забывать, что живем мы все-таки на севере. К слову, Ноябрьск – самый южный город округа, и здесь всегда теплее, чем в том же Салехарде. К примеру, когда на этой неделе у нас будет плюс 25 градусов, в столице округа ожидается максимум плюс 15.